Привет, ты смотришь канал Михаил Веган. Сегодня мы хотим поговорить на тему, которая очень важна для каждого человека. Разумеется, это тема здоровья. Поверишь ты мне или нет, это не так важно, но как только я отказался от продуктов животного происхождения, спустя год после этого, я обнаружил, что я перестал болеть. Я практически перестал быть подверженным любым простудным либо вирусным каким-либо заболеваниям. И это стало для меня очень таким весомым фактором и поддержкой, подтверждающей тому, что я делаю и двигаюсь в правильном направлении. И с тех пор, конечно, мысли о своем здоровье, о том, как я могу следить за ним, не перестали меня покидать. Первое, что я задумал сделать, это получить медицинские доказательства тому, что с моим организмом за то время, пока я не употребляю продукты из животного происхождения, произошли изменения в лучшую сторону. И уж тем более никак не ухудшились. Для того, чтобы каждый человек смог проследить за тем, что происходит у него в организме, необходимо провести всего два небольших анализа. К примеру, это общий анализ крови, который доступен каждому гражданину Российской Федерации, имеющему полис обязательного медицинского страхования. И также обязательный анализ для всех веганов – это анализ на гомоцистеин, показывающий содержание B12 в твоем организме. Итак, мы сделали небольшой для тебя обзор о том, как провести эти два анализа, где бы ты ни находился. И в течение этого видео ты увидишь запись о том, как мы произвели эти анализы в середине июля, когда срок моего веганства составлял 7 месяцев. Начнем мы, пожалуй, с анализа на гомоцистеин. И вот почему. Так как этот анализ является платным, он не проводится на бесплатной основе в Российской Федерации по полису обязательного медицинского страхования, я занялся поиском, где же его можно сделать. Практически любая клиническая лаборатория, занимающаяся исследованием крови, может предоставить тебе исследование твоей крови, исследование этого анализа. Стоимость его варьируется от 1400 до 2000 рублей. Как сделать это со скидкой в 50%, я хочу тебе сейчас рассказать. Я наткнулся на такую интересную очень лабораторию, которая называется Lab4U. Фишка ее заключается в том, что сама лаборатория не тратит большое количество средств на то, чтобы содержать помещение и специалистов, занимающихся забором крови. Они сотрудничают с различными клиниками, которые могут взять кровь из пальца или из вены у тебя за небольшую стоимость. И затем специалисты забирают ее из этих мест и уже в своей профессиональной лаборатории проводят необходимые исследования и на твою электронную почту присылают полноценный развернутый анализ. И поэтому, благодаря вот такой вот схеме сотрудничества, они могут сделать этот анализ не за 1500-2000 рублей, а 700 либо 800. Итак, предлагаю тебе посмотреть, как это сделал я. Еду сдавать кровь. Пока. Засранцы насрали мне тут. Ну что, едем сдавать кровь на гомоцистеин. Этот анализ покажет, насколько упал у меня уровень витамина B12 в крови. Вообще много всего. Я не знаю, что именно он покажет. Врачи расскажут. С помощью программы Lab4U я выбрал для себя ближайшие медицинский центр, в котором можно сдать анализы. Это вот медицинский центр ЭВА, метро Пионерская. Они работают с 9, но, кажется, уже открыты. Попробую зайти. Правая рука? Получается, здесь правая. Если вам удобно, да. Нормально перенести? Да. Не падает? Нет. А из вены? И часто у вас здесь в обморок падает? Ага. Правда? Они больше падают от ожидания, знаете, момент, особенно когда кто занимается. То есть вы еще не начали брать кровь, и они уже здесь в обморок падают? Ну да, я их поэтому сейчас вот немножко переставили, обычно уголочек сажаю, чтобы не было потом прижать. Правда, серьезно, очень часто стало. Мне как бы от ожидания, адреналин выброски делали, да. Все.
кулачок просто зажали. Вдох. Почему не делается вдох вместе? Разжимаем кулачок. Какая удобная штучка. Отличная просто. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Вот так, все просто. Ждем результатов. Последовательность необходимо, на мой взгляд, соблюсти именно такую. Потому что после того, как ты будешь иметь анализ на гомоцистеин у себя на руках, ты можешь спокойной душой идти и производить общий анализ крови в государственную клинику. Потому что врач-терапевт, работающий в государственной клинике, может на основании твоего анализа провести соответствующую с тобой консультацию. Общий анализ крови может получить и провести абсолютно бесплатно любой гражданин Российской Федерации, просто указав в причину своей просьбе проведения этого анализа контроль состояния своего здоровья. В первую очередь этот анализ на это и рассчитан, для того, чтобы следить, что происходит с твоим здоровьем. Процедура ничем не отлична от сдачи анализа на гомоцистеин. После того, как я получил в сборе два своих анализа, я отправился к врачу общей практики по месту своего жительства для того, чтобы выяснить, как я себя по этим анализам чувствую. Смотри. Итак, все анализы в сборе. Я иду сейчас к терапевту, где попытаюсь незаметно спрятать камеру, ну или как-то договориться для того, чтобы снять все ее слова, что она скажет о моих анализах, что она об этом думает. Посмотрим, что из этого получится. Только без карточки меня примут. Смотрите, норма, ваш результат. Ну, откуда у вас может быть плохой в каком-то возрасте? Все может быть гемоглобин нормальный по возрасту, тромбоциты. Так. Ну, тут, как говорится, лимфоциты, моноциты, есть небольшое отклонение, это не другая патология. Бывает, если зубки, как говорится, где-то, может быть, не леченные, кариозные, есть. Какие-то вот такие вот отклонения. То есть вам нужно к стоматологу еще, ну, для себя сходите, да? На что врать? На лимфоциты? Да не на какой-то конкретный показатель, это в общем состоянии организма. Если какие-то там, допустим, зубы, ну, вовремя бывает, не удается пролечить, вот это надо все пролечить как источник хронической инфекции. О чем может свидетельствовать, как говорится, этот показатель. А все остальное у вас хорошо. Все прекрасно хорошо? По возрасту. Все остальные показатели. То есть, ну, на зубы обратите внимание. А вот анализ на гомоцистеин. Вот с какой целью его сдавали? Ну, это не важно, кто порекомендовал. Анализ в норме? Ну, как? У вас хороший. Тут, вот, видите, он немножечко есть отклонение. Ну, незначительно. 14, у вас 12. То есть не о чем беспокоиться. По одному анализу сложно, прям так сказать, стоит, не стоит беспокоиться. Если бы он у вас был там, допустим, 50 там, или ну, вот такие вот грубые там отклонения, которые там, ну, 2-3, там, 4 раза превышающие норму. Еще раз по этому анализу, вы спросили, почему я решил сдавать? Может, да, может быть, да, я просто не употребляю вас. Продукты животного происхождения уже там более 8 месяцев. Может быть, у вас реакция была на какие-то там определенные продукты, может быть, что-то вот. По наследству не было никаких отклонений? Да нет, дело в том, что это у веганов, да, у вегетарианцев, которые не едят мясо и так далее, ну, есть такое убеждение, что может быть нехватка витамина В12. Ну, не обязательно, белок может быть. Что белок может быть? Кто-то считает, что белок низкий и так далее, там, ну, всякие предубеждения. Кто-то всю жизнь занимается вегетарианством, в принципе, живут люди долго, счастливо, прекрасно. Поэтому я и сдал анализ. То есть он не критичный, все в порядке. Я считаю, все остальные, что, да. Я считаю, что он не критичный. Как видишь, консультация у врача общей практики оказалась не очень убедительной. Конкретно для меня, и мне захотелось получить гораздо больше информации из тех цифр, потому как я потратил на это свои деньги и большое количество времени. О том, какую консультацию и какие советы мне дал врач-терапевт заслуженный,
но при этом сыроед и веган, ты можешь посмотреть в нашем следующем видео. Ну а пока я очень надеюсь, что тебе помогло мое видео, и ты сможешь беспрепятственно, теперь без всяких предрассудков, следить за состоянием своего здоровья и своих друзей и близких. Не забудь подписаться на наш канал, вступить в группу ВКонтакте. 1000 лайков. Это Михаил Веган, и до новых встреч. Пока-пока.